И в завершении выпуска кадры из Японии, которые вызвали небывалый ажиотаж. Сразу несколько жителей страны восходящего солнца сумели заснять некую сферу, источник света, который летит на огромной скорости. Видео вызвало полемику в сети, пользователи спорят, что это было. Сторонники существования НЛО говорят об инопланетном корабле, но есть и более приземленное объяснение. Скептики уверены, что это был военный самолет или беспилотник. Но есть и специалисты, которые объясняют это явление с научной точки зрения, мол, это метеор из потока Орионида, образованный кометой Галлеи.